Привет, друзья! Сегодня вы увидите обзор мега полезных гаджетов для вашего компьютера. Уверен, после просмотра вам точно захочется провести полный апгрейд вашего ПК. Скорее начнем! А те, кто досмотрит видео до конца, смогут участвовать в нашем конкурсе и выиграть крутые световые панели, которые коннектятся с телефоном и делают невероятные вещи. Как думаете, что это такое? Подсказка – это один из компонентов системы жидкостного охлаждения ПК. Ладно, не буду томить. Это резервуар для жидкости с отпадным дизайном. Согласитесь, выглядит очень круто. Конечно, главная его особенность – это необычный дизайн. Трубка в форме спирали ДНК, ультрафиолет и жидкость создают яркое свечение внутри резервуара, что не может не понравиться. Он продается в нескольких цветах, так что вы точно найдете подходящий вариант для вашего ПК. Да, придется попотеть, чтобы собрать все части воедино, но оно того стоит. Кстати, кто уже перевел свой компьютер на такую систему охлаждения, какие впечатления? И еще один вариант резервуара, который выглядит не менее эффектно, причем даже при выключенной подсветке. По окружности шара расположены RGB светодиоды, которые уж точно никогда не бывают лишними. Гаджет имеет встроенный насос и поддерживает различные варианты крепления. Мне кажется, или он чем-то напоминает рождественский шар. После такого шарика квадратная модель водоблока смотрится уже не так впечатляюще, пусть даже и с включенной подсветкой, но все равно круто. Его основание выполнено из никелированной меди, а корпус из прозрачного плексигласа и напоминает скорее старый добрый автомат для игры в пинбол. Но внешний вид – это далеко не самое важное. Благодаря запатентованной конструкции обеспечивается значительно более эффективное охлаждение и отличная производительность. Какой из них вам понравился больше всего? А если вы сторонник воздушных кулеров, то и для вас есть интересный вариант. Когда я говорю «хороший кулер», то имею в виду не только мощность, но и крутой дизайн, чтобы было и практично, и эффектно. Перед вами как раз такая модель, которая действительно хорошо справляется с поставленной задачей. Скорости вращения вентилятора до 1500 оборотов в минуту вполне достаточно для охлаждения вашего компьютера. Хотя, думаю, многим из-за одного дизайна с подсветкой уже захотелось приобрести эту штуку. Сможете посчитать, сколько всего светящихся гаджетов в этом выпуске? Если да, пишите свой вариант в комментариях. А на очереди еще один девайс, который заставит ваш ПК светиться изнутри, в прямом смысле этого слова. Да, этот комплект кабелей для материнской платы даст вашему ПК еще больше RGB подсветки. А как эффектно они смотрятся в темноте? В общем, этот гаджет еще один шаг вперед на пути к преображению вашего компьютера. Как вам? Может, время обновить системный блок уже пришло? В современном мире все больше людей используют планшет не только для развлечений, но и для работы. Да, он намного компактнее ноутбука, но все-таки хорошая клавиатура с тачпадом точно не была бы лишней. Встречайте, Makibo – это инновационный аксессуар для iPad, который с легкостью превращает его в небольшой ноутбук. Тачпад встроен прямо в клавиатуру, что делает его незаметным и в то же время довольно большого размера. Вы можете подключить Makibo по Bluetooth к трем устройствам одновременно и легко переключаться между ними. Гаджет работает со всеми основными операционными системами, такими как Windows, Android и macOS. Но разработан специально для iPad, так что если он у вас есть, присмотритесь к этому аксессуару. Даже с самыми продвинутыми контроллерами для нас, геймеров, по-прежнему существуют некоторые ограничения. Например, мы не можем использовать ноги во время игры, чтобы получить максимальное удовольствие от игрового процесса. Хотя нет, теперь и это возможно. Перед вами ножной контроллер движения, разработанный специально для VR-игр и поддерживающий большинство популярных гарнитур виртуальной реальности. Используйте его, сидя в своем компьютерном кресле, на диване, да где угодно. Двигайтесь вперед, назад, вверх, вниз, ускоряйтесь, замедляйтесь. Одним словом, ваши руки теперь полностью свободны для нанесения сокрушительных ударов или для перекуса во время прогулки в мире виртуальной реальности. А это умные RGB светильники в форме башен, которые обеспечивают полное погружение в игровой процесс, просмотр фильмов или видео. Они синхронизируются со всем, что происходит на мониторе вашего компьютера и заставляют вашу комнату сиять в прямом смысле этого слова. Комплект состоит из двух модулей, но вы можете подключить столько башен, сколько захотите, и даже настроить каждую по отдельности. Кстати, если вы предпочитаете более атмосферный свет, то просто разверните башни в другую сторону. И напоследок, маленький бонус от производителя – это съемный держатель для гарнитуры, который можно закрепить на любую из башен. Да, на это можно смотреть вечно. С
Следующий гаджет – настоящее спасение для тех, кому часто приходится работать на ходу. Это суперкомпактная и удобная компьютерная мышь. Но обо всех преимуществах по порядку. Во-первых, она подключается по Bluetooth к любому устройству без ресивера, будь то телефон, планшет, компьютер, смарт-ТВ и тому подобное. Да-да, плюс один свободный порт на вашем компьютере. Во-вторых, она работает и как тачпад, и как лазерная указка, и как пульт дистанционного управления, что реально удобно при проведении презентаций. В-третьих, этот маленький гаджет заряжается всего за 1 час, и полной зарядки хватает аж на 40 часов активной работы. Думаю, вещь однозначно полезная. Вам кажется, что ваш системный блок выглядит старомодно? Я знаю отличный способ, как сделать его ультрасовременным. Покупки вот такого корпуса в форме пирамиды точно будет достаточно, чтобы компьютер выглядел в разы круче. Все 4 панели выполнены из закаленного стекла и демонстрируют ваш светящийся компьютер на все 360 градусов. Да, я уверен, что после такого количества крутых гаджетов вам точно будет что показать в этом системнике. Такой корпус подходит для большинства комплектующих, поддерживает систему жидкостного охлаждения и даже поставляется с кулером с RGB-подсветкой. В наши дни трудно произвести впечатление на компьютерного фаната, но форма пирамиды – это нечто. Перед вами еще один уникальный системный блок с удивительным дизайном и не менее удивительной историей создания. Автор рассказывает, что вдохновился своим знаком зодиака – близнецами, и загорелся идеей создать компьютер с 2 лицами или 2 персонажами. Собственно, вот он перед вами. Днем он выглядит спокойно и стильно, а в темноте превращается в яркий ПК с агрессивной красной подсветкой. Прозрачные панели позволяют наблюдать за всей бурлящей внутренней красотой, причем в прямом смысле этого слова, почти как домашний аквариум, но только намного мощнее. И еще один достойный вариант резервуара со встроенным насосом для вашей системы жидкостного охлаждения. Да, это не спираль и не сфера, но у него есть и свои плюсы. Во-первых, наличие на корпусе гаджета заливного отверстия обеспечивает быстрое и удобное промывание емкости и наполнение охлаждающей жидкостью. Во-вторых, датчик температуры показывает вам данные в режиме реального времени прямо из контура охлаждения. В-третьих, встроенный насос обеспечивает стабильный поток охлаждающей жидкости, а прорезиненная система крепления минимизирует шум и вибрации во время работы системы. И приятный бонус – 10 настраиваемых светодиодов, которые отлично дополняют картину. Давайте на чистоту. Сколько раз вы проливали чай на свой рабочий стол? Я очень много раз и, видимо, не собираюсь на этом останавливаться. Хорошо, что люди придумали вот такую вещь, как водонепроницаемый коврик для стола. Теперь я могу и дальше проливать напитки на стол, но делать это буду уже в разы спокойнее, так как все ценные бумажки можно спрятать в специальных кармашках, и они не намокнут. Очень удобно, что на коврике есть небольшой календарик и место для заметок. И, кстати, в продаже есть несколько цветов – серый, черный и розовый. Однозначно удобная штука для работы за компьютером, и не только. Еще один полезный гаджет – суперкомпактная складная подставка для ноутбука. Допустим, вы весь день провели за вашим ноутбуком. Ага, уже почувствовали эти болезненные ощущения в области шеи и спины. Так вот, если вы хотите, а я уверен, что хотите, впредь от них избавиться, срочно заказывайте эту штуку. Нет, я серьезно. С этой подставкой вы получаете максимально комфортное положение ноутбука для работы или учебы. Кажется, такая мелочь, но какая полезная для здоровья. К тому же гаджет очень компактный, имеет клейкое основание и его очень легко прикрепить к ноутбуку. Один раз приклеивайте его на нижнюю крышку корпуса, а потом используйте его каждый день. При необходимости подставка легко отклеивается от ноута. Ну что, хотели бы себе такую штуку? Перед вами один из самых смертоносных хищников на планете – Левиафан Мелвилла. Слыхали о таком? Чтобы вы не испугались еще больше, стоит сказать, что этот вид китообразных вымер уже ну очень давно. А это лишь прикольная фигурка. Ладно, конечно же, это не просто фигурка, это полноценный ПК. Да, он не претендует на звание самого мощного компьютера, но он точно сможет впечатлить своим внешним видом и встроенной системой жидкостного охлаждения. К тому же он полностью напечатан на 3D-принтере. Несмотря на сложную форму, все составляющие легко можно достать и заменить. Есть только один небольшой минус. Такой ПК будет вам очень дорого стоить. Как думаете, оно того стоит? А если вы не любите всех этих RGB-подсветок и эффектно бурлящей воды в системном блоке, то вот вам супер-минималистичный и компактный вариант ПК. Несмотря на маленький размер, он с легкостью справляется с большинством повседневных задач. Гаджет оснащен 4-ядерным процессором Intel, имеет 3 порта USB, HDMI и слот для карты памяти. Сверхтихий, но довольно мощный вентилятор не допускает перегрева компьютера. А наличие Bluetooth 5.1 позволяет подключать к этому маленькому ПК все аксессуары, от клавиатуры и мышки до профессионального
мощного проектора. Да-да, поддержка передачи видеосигнала в формате 4К – это вишенка на торте. Хочешь выиграть светящиеся панели NanoLeaf, которые реагируют на музыку? Тогда принимай участие в нашем розыгрыше. Все, что нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. Если это видео наберет 500 лайков до следующего видео по гаджетам, я объявлю победителя в новом видео. Все условия вы найдете в описании под видео. Всем удачи!